Ну, сегодняшнюю ситуацию уже, так скажем, мы обсуждаем, и на это обсуждение, так скажем, писатели откликнулись, и поэты откликнулись, и, так скажем, певцы, наверное, вот вся общая, и общественность в том числе. Ну, на самом деле, мы не против вообще проведения каких-либо мероприятий, но то, что касается данной ситуации, это нужно делать не в ТЮЗе. У нас есть масса клубов, поэтому свое творчество можно выражать и там. Мы просим всех, так скажем, коллег, которые сегодня откликнулись к нам, и в первую очередь это массовые жалобы, которые повлекли, может быть, с собой такую реакцию на сегодняшнюю ситуацию. Поэтому выражаем, так скажем, никого никогда не, так своих, так скажем, сцен не выгоняли, не выгоняем, но у каждого есть свое место. Поэтому мы предлагаем все-таки, так скажем, место выбирать не ТЮЗа, не театр юного зрителя, а именно клубы, которые предназначены вот для таких встреч и для своего творчества.